Ку-ку. Немножечко болтовни. Так, всем привет. Меня зовут Денис. Я являюсь организатором данного мероприятия. Называется «Электрические хвойны шум». Мы находимся в аудиоклубе, который находится вот в таком подвальном кластере. Это серия мероприятий, посвященных экспериментальной электронной музыке, где разные энтузиасты, которые не постеснялись заявить о себе, приходят здесь поиграть. Вот сегодня у нас в гостях формация Tape Hood. Ребята рассказывают про интересные кассетные издания и редкости. Я же сейчас... У меня будет сет, в котором я буду использовать портастудию Tascam, четырехдорожечный кассетный рекордер, в тандеме с педалями эффектов. Позже я немножко расскажу о своем сетапе, принципах записи, каких-то техниках, интересных нюансах и немножечко истории о том, с чего начать и куда дальше двигаться. Ну, начинаем. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Спасибо за внимание. Так, а можно попросить включить проектор? Сергей, ты здесь? Я здесь. А, нажми, пожалуйста, или давай я нажму. А вот который светится долго. Так. А, черт. О, держи мышку. У меня есть вопрос. Да, как давай. Вы к этому пришли? Как я к этому пришел? Однажды подписался на Инстаграме на парочку ребят, которые с этими протостудиями что-то творили. Было непонятно. Номер один запускай, пожалуйста. О, может дать мне мышку? Блин, опять. Ого, здесь людей прибавилось. Так вот. Это четырехкассетная протостудия «Тоска». Ее история началась в середине 80-х, и это позволило многим домашним энтузиастам и музыкантам самостоятельно записывать свои демозаписи, отправлять их на разные кассетные лейблы. Вот тогда еще не было российских кассетных лейблов, иначе они бы все туда ушли. Но не суть. Так или иначе, четырехдорожечная портостудия имеет четыре дорожки, как будто бы у вас четыре инструмента. Барабаны, бас, гитара и вокал. Это вам позволяет самостоятельно записывать какой-либо музыкальный материал. Отличительная особенность любых портостудий, да и большинства, то, что у них повышенная скорость воспроизведения, что позволяет в довольно-таки хорошем качестве с высоким разрешением записывать материал. Но после вам приходится искать еще одно устройство, чтобы этот материал переписать уже на так называемую демо-кассету. В портостудии вы имеете, так сказать, мастер-кассету. У меня портостудия, которую вы видите на картинке. Так, о боже, как листнуть дальше? Современный. Он приближает. О! У меня портостудия имеет некоторую модификацию в виде кнопки переключения, что позволяет мне снижать ее скорость до скорости воспроизведения ваших бытовых плееров и различных музыкальных центров. Зачем я это сделал? Сейчас уже, в общем-то, она мне не нужна. Но до этого я в качестве драм-машины использовал кассетный плеер. Мне приходилось записывать на кассету отдельно драм-партии с сэмплером, но поскольку я обладал только портостудией, при записи на портостудию и воспроизведении на плеере увеличивался питч, точнее скорость воспроизведения, и при этом из-за этого приходилось записывать на более высокой скорости, с более высоким питчем, чтобы при воспроизведении на плеере он достигал нужного баланса. И это был на самом деле ужасный заморочь, потому что приходилось каждый инструмент записывать по отдельности. Поэтому данная модификация позволила избежать этой головной боли. Помимо портостудии, я использую также и гитарные педали. Портостудия имеет выходы посыла и возврата. То есть я две педали эффектов могу параллельно запитать на портостудию, и каждая педаль в отдельности будет оказывать влияние на каждую из дорожек. То есть здесь уже более ювелирная
аккуратное подмешивание эффектов к вашему сигналу, который идет с кассеты. Педаль Zoom является мультиэффектором, то есть в ней содержится множество, чуть более 130 различных эффектов, которые можно собирать в цепи из 6 эффектов. Голограмм микрокосм я чаще всего использую для склейки миксов, потому что он имеет встроенный лупер, и это довольно-таки удобно, позволяет совершенно бесшовно записывать в луп один микс, а потом подмешивать через портастудию и ручку фейдаут другой микс. Помимо этого, она, в принципе, космически звучит, и любой пердеж может превратить в какой-то ambient drone. И, в общем-то, помимо нее вам больше ничего не нужно. Просто пердите в разъем, и все будет красиво звучать. Так, что еще? Я что-то набросал? Некоторую записочку. Так, это рассказал, это рассказал, это рассказал. Дальше, самое интересное. Что вы будете делать, когда купили портастудию? А вот что. Это кассетные пленочные петли или тейп-лупы. Что здесь происходит? Любая кассета имеет 4 дорожки. Именно поэтому у каждой кассеты есть две стороны. А и сторона Б. На каждой стороне по 2 дорожки. То есть это стереосигнал. В данном случае, когда у нас портастудия, мы уже имеем 4 дорожки. Эта петля является ничем иным, как нашей как бы физической памятью, размером в 4-5 секунд в зависимости от длины и от того, как вы изловчитесь, чтобы уложить в корпус кассеты эту пленку. И если вы сейчас пишете музыку, и у вас есть какая-либо программа типа Fruity Loops, Ableton, Bitwig и самых прочих разных, вы представляете, что у вас там целый микшер, миллион дорожек, неограниченное количество по длине записи, которое ограничивается объемом вашего жесткого диска, и неограниченное количество попыток. Вы можете изгаляться целыми месяцами, пытаясь записать тот самый звук или найти тот самый снейр или кик. Здесь же все достаточно ограничено. У нас есть 4-5 секунд, и у нас есть еще количество попыток, потому что с каждой попыткой запись ухудшается. Как я записываю? У меня есть синтезатор, только не здесь, а дома. На нем я накручиваю один аккорд, записываю на одну дорожку, записываю второй аккорд на дорожку. На другие две дорожки я записываю еще какие-нибудь звуки. В общем, как вам подскажет сердце и ваше творческое нутро, на 4 дорожки можно записать много разного всего, да не всего. Потому что пленку вы так или иначе склеиваете, и клеевой стык имеет место быть, и он некрасиво на кассете цокает, трынкает и, в общем, прочее. В общем, вносят какие-то неприятные артефакты. Поэтому чаще всего на такой луп уместнее всего записывать какой-то монотонный звук. Есть пара подходов. Это вы берете как бы мастер-кассету с большой катушкой и записываете там секунд на 10 некоторый фрагмент на все 4 дорожки. Потом разбираете ее, отрезаете пленку, склеиваете и засовываете уже вот в пустой корпус. Второй вариант – это сделать корпус с такой кассетой и уже в нее что-то записывать. Но здесь есть нюанс. Между... Так, открою вот этот слайд. У нас есть записывающая, стирающая головка и записывающая. Между ними есть расстояние. Оно звучит где-то доли секунды, но когда вы записываете, у вас пленка проходит по стирающей головке, здесь стирается фрагмент, вы нажимаете стоп, и у вас есть здесь неприятный такой пустой момент. Называется он gap, что означает разрыв. Но его можно избежать некоторой хитростью.
Хитрость номер один заключается в том, что вы... Что вы делаете? Где у меня эта штука? Вы берете фольгу, любую, хоть от сигарет, хоть пищевую, и таким образом вы заклеиваете эту пленку, которая проходит над фольгой. Таким образом, стирающая головка перестает оказывать воздействие, и у вас просто как будто бы бесконечная петля записи, но каждый следующий ее слой становится все хуже, хуже и хуже, и у вас ограниченное количество попыток, и вы просто в ужасе, и наступает экзистенциальный кризис, и вы бросаете этим всем заниматься и возвращаетесь в свой любимый Эблтон. Это вариант номер один. Второй вариант. Вы можете достать напильничек или надфиль, сделать здесь небольшую прорезь и пропустить пленку уже внутри корпуса. Как вы понимаете, это на самом деле все ужасная заморочь, и запись одной кассеты может длиться просто весь день, а также еще у вас мелкая моторика начинает давать о себе знать, но со временем улучшается. Так или иначе, после занятия стейплупами можно смело идти в часовщики, проблем никаких не будет. Что у нас на следующем слайде? Ну и, собственно, как я готовлюсь к выступлению. Всякий раз, когда я записываю какой-то тейп-луп или кассету, я ее подписываю, потому что когда их две, еще как-то с ними можно разобраться по внешнему виду, но когда их скапливается уже с десяток, то без названий не обойтись. Поэтому вам в помощь генерация случайных названий, вот как, в общем-то, здесь. Помимо этого, помимо тейп-лупов, я еще использую кассету целиком, от начала до конца. Это такой упрощенный дилетантский способ, при котором я на две дорожки записываю драм-секцию. Это барабаны, какой-то драм-луп или какое-то железо. А на другие две дорожки я записываю уже мелодические пэды, какие-то аккорды. И кассета, в общем-то, играет целиком. 90-минутная кассета примерно на повышенной скорости портастудии звучит 20 минут. В принципе, есть возможность что-то с этим сделать. Ну и, в общем-то, во время выступления я чередую обычную тейп-луп кассету с цельной, не знаю, как ее еще назвать. Ну и чтобы совсем уж не запутаться, я нумерую кассеты таким образом, чтобы программа была более слаженной и удачной. Помимо этого, для пущего перформанса я использую еще такую технику, как фидбэк или no input. Беру кабель, подключаю его в выход с наушников и завожу в какую-нибудь из дорожек. Включаю громкость на мониторинг наушников, и тем самым я опускаю сигнал в саму портастудию, и он закольцовывается, и начинается все это адское жужжащее безумие. В целом, даже если вам надоедят кассеты, вы можете и без них обойтись, просто используя фидбэк, и вот вы уже безумный нойзер, и все. И родители вас выгоняют из дома. Вот, в принципе, наверное, это основные моменты. А где искать? Где искать? На Авито заходите. Моя портастудия называется Tascam портастудия МК-1 414. Это модель первой ревизии. Есть еще вторая ревизия, она вышла, наверное, в конце 90-х. Ее отличие в цвете. Она популярного синего цвета, но бывает еще и черного. Имеет два XLR-разъема для микрофона высоковольтных и гитарный вход. В этой портастудии всего этого нет, но можете ограничиться и теми интерфейсами, которые здесь есть. Кассеты точно так же смотрите на Авито, или есть еще один ресурс, называется «Мешок». Там как-то как будто бы побольше всякого барахла. Но в целом вот так вот. Ездите куда-нибудь в Шушары, покупаете эти кассеты мешками,
ковыряете дома, разбираете все в клочья, психуете и возвращаетесь снова в любимый Эмблтон или завязываете с музыкой вовсе. Но раз вы здесь, значит, вам это интересно. Наверное, мой рассказ подходит к концу. Даже секундомер себе поставил. Может быть, у вас есть какие-то вопросики? А что ты сказал, тебе кнопка больше-то не нужна? Почему? Я решил не заморачиваться по большей части с плеером, потому что я стал в последнее время использовать кассеты целиком. Вот таким образом, записывая на две дорожки драм-секцию, на другие две дорожки тейпл-лупы, какие-нибудь синтезаторы. Это такой быстрый подход, но в целом плеер у меня есть, и если мне когда-нибудь приспичит записать какую-нибудь уже сложную драм-партию на стереоплеер, чтобы это еще по панораме звучало, то эта кнопка мне пригодится. Но кроме того, я могу еще ее переключать в режим норм, и фаст в режиме норм. Я могу слушать свои любимые кассеты с Децлом, Эминемом, «Русский размер», «Шансон», «Бутырка». Все это у меня, конечно же, есть. Это если у вас не на чем слушать, а есть портастудия, и вы хотели поностальгировать. Ну, в общем-то, так. Но вообще, вставлять кнопку и разбирать портастудию – это ужасный заморочь. Всего лишь-то нужно впаять два проводка, но чтобы подобраться к подстроечному резистору, ее надо разобрать всю до последнего болта, снять обе платы, провести эти проводки, просверлить дырку в корпусе. Ну, к слову, дырку я сделал совсем в незаметном месте, чтобы она не портила внешний вид. Но так или иначе, я свою портастудию разбирал с десяток раз. Потому что при сборке что-то цепляешь, что-то забыл подсоединить, какой-то шлейф или какой-то проводок оторвался. И вот кажется, что все в порядке, на следующий день начинаешь на ней что-то делать, и вдруг не работает фильтр, например, среза частот, или не работает фейдер. И вот думаешь, блин, да боже, что это могло случиться? Разбираешь, начинаешь смотреть, что же не так. И так целыми днями собираешь, разбираешь. Все ради вот этой вот кнопки. Поэтому, если честно, даже не рекомендовал бы вам за это браться, если вы не любитель разбирать сложное устройство, и вы плохо в этом разбираетесь, лучше оставьте как есть. Что еще? Так. Кнопка, получается, пич просто ниже делает. Да, она снижает пич прямо в несколько раз. И самой портастудии нет кнопки? Нет, сама портастудия идет с подстроечным пичом, но даже если мы опускаем его в самое нижнее положение, это все равно довольно-таки быстро, да. Поэтому нужно сам подстроечный резистор еще чуть-чуть подстроить. А эта кнопка, она как бы разрывает, как это сказать, она в обход резистора сразу запускает самый медленный режим двигателя, вот так вот, если простыми словами. Ну-ка. Если ты кнопкой, получается, пич понижаешь, крутилка, это работает? Работает, конечно, да. Не знаю, можем ли мы сейчас... Что-то у меня все отключено. Так. Вот у нас обычный звук. Вот я нажал кнопку. И вот я еще понизил пич. То есть даже в лайве можно ее использовать, и это дает вам еще два дополнительных тембра. Нормальное положение, еще выше. Обычная скорость портастудии. То есть вот достаточно много режимов, каждый из которых может являться таким неким, ну, аккордом в вашем сете. Так, там был какой-то лес рук в дальнем углу. А я уже все. Все нормально. Это просто надолго. Надолго? Ладно, напишешь мне в личку свои секретики, поговорим. Так, наверное, у меня все. А у меня есть вопрос. Так. Я не музыкант, и, может, мой вопрос как слишком дилетантский прозвучит.
звучит. Зачем заморачиваться с кассетами? Можно ли все это на приборах сделать? Конечно, можно, конечно. Зачем тогда все? Если вы не потеряли дух чего-то нового, если у вас еще теплится творческий энтузиазм, если вы хотите расширить свое понимание в области того, как было раньше, как это раньше записывалось, найти какие-то новые пути взаимодействия со звуком, с его фактурой, структурой. И пленка вам позволяет это сделать, почувствовать звук буквально на кончиках пальцев. Вы сами его мастерите, сами его формируете. Есть даже, к слову, много разных способов изменить звук. Вы можете брать пленку, замораживать ее, размораживать, проводить по ней магнитом, добавляя различные артефакты. В общем, если вы довольно-таки творческий человек и вы склонны к различным экспериментам, то именно портастудия и взаимодействие с пленкой – это просто безграничные возможности всего, что вам только в голову взбредет. То есть это не просто мозги, а все-таки расширение аппаратного, ну, как бы возможностей музыканта. Да, скорее это расширение музыкального кругозора. Наверное, так. Не знаю, в пандах ли дело, но когда даже если ты обычный музыкант, ты же все равно не находишься в вакууме своих возможностей, и тебе хочется как-то развиваться. Ты покупаешь новую педаль, новый эффект, ты ищешь какой-то новый инструмент, чтобы расширить диапазон своего звучания. И портастудия является одним из инструментов, который нужен немножко иной подход, который позволяет вам почувствовать, как сделать музыку в очень ограниченных условиях, что касается этих пленочных петель. И заставляет вас мыслить немножко иначе, немного креативнее. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, а я еще хочу сказать, что у нас есть донатная система вот на вот этом стеклянном постаменте. Если вам нравится то, что мы делаем, если вам нравится приходить сюда, если вам нравится это место, вы можете поспособствовать финансово его развитию и помочь нам существовать как можно дольше и радовать вас, улучшать то, что у нас есть, и создавать что-то новое. Так что рад всем и каждому. Спасибо.